Так доски из ели и сосны окунают в ванную с антисептиком. Теперь они защищены от грибка и других паразитов. До этого этапа доходят лучшие пиломатериалы после их сортировки. И только потом доски поступают в цех на производство по изготовлению каркасных домов. Дома, которые тут будут производиться, они уже будут монтироваться готовой стеной. То есть там останется только зашить внешнюю отделку и заселяться. Раньше рабочие этого молодого предприятия в Луневском собирали каркасы прямо на месте строительства. У опытной бригады уходило на это чуть больше недели. Сейчас, благодаря открытию нового цеха, ту же работу выполняют всего за 2 дня. Представители муниципального учреждения «Малый бизнес Химки» встретились с трудовым коллективом, чтобы обсудить меры поддержки, которые помогут развиваться предприятию. К слову, здесь используют только отечественные материалы. Как мы видим, каркасное домостроение уверенно завоевывает популярность на российском рынке благодаря своим преимуществам, среди которых высокая скорость возведения, энергоэффективность и доступная стоимость. Руководству предприятия по изготовлению каркасных домов рассказали о тех мерах поддержки, которые реализуются в Химках. После экскурсии по производству для всех собравшихся провели исторический ликбез. В рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» рассказали о великом русском инженере и архитекторе Владимире Шухове. Андрей Панченко, Сервер Бекмамбетов, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.